Для нашей страны со всем многообразием народов и этносов, населяющих ее территорию, межнациональное взаимодействие является одним из ведущих направлений в развитии государства. В наше время СМИ – это не только источник информации и посредник между органами власти и населением, но и эффективный инструмент в деле межэтнических отношений. Телеканал ЛРТ городского округа Люберцы представляет яркий пример взаимодействия средств массовой информации с национально-культурными объединениями. Журналисты активно освещают мероприятия, касающиеся межнациональных отношений на территории Москвы и Московской области. Работа последовательная, поступательная, системная по сохранению межнационального мира и согласия на территории Подмосковья и всей нашей страны. Зрителям также демонстрируют множество передач, зарисовок о жизни, обычаях, праздниках народов, населяющих нашу страну. Телевизионный проект «Мы – россияне», созданный коллективом ЛРТ, способствует реализации государственной национальной политики, развивая идею единства российской нации и дружбы народов. Я россиянин. Я живу в Подмосковье. Я русский, украинец, армянка, татарка, узбек, таджик, еврейка, кореянка, киргизка. Мы! Съемка социальных роликов, сюжетов и репортажей, привлечение этнокультурных объединений и общественных организаций, а также молодежи в деятельность международного сотрудничества имеет цель развить чувство патриотизма и возродить самобытность народов, препятствуя возникновению экстремизма и национальной нетерпимости в обществе. Взаимодействие телеканала с органами государственной власти способствует воссозданию этнической самобытности народа, этнокультурному развитию национальностей, стабилизации этнополитической ситуации в государстве. Очень важно нам диалог все-таки в эффективную плоскость переводить между институтами гражданского общества и органами власти. Одна из целей существования отечественных СМИ в современном медиапространстве – это формирование и укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации. Ну как же, это же народы все вместе соединяются, встречаются, но это нужно для нас обязательно. Ведь только путем добрососедских отношений и международной солидарности можно укрепить межнациональный и межконфессиональный мир в нашей стране. Спасибо!